Выставка «Звенигород врачу Чехову» открылась в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее в стенах бывшей монастырской гостиницы. Именно в этом здании Антон Павлович останавливался во время одной из прогулок с друзьями. Примечательный феномен русской литературы состоит в том, что часто литературный дар сопрягался с профессией врача. Михаил Булгаков, Григорий Горин и, конечно, Чехов.